И третье произведение Петра Ильича Чайковского, которое тоже как бы относится к этому празднику, это «На ковальце». Я сделал оркестровку этого небольшого замечательного фортепианного сочинения и включил его в концерт. Почему? Потому что мое внимание привлекли ремарки, которые сделал Петр Ильич Чайковский в рукописи своего сочинения. Вот когда начинается этот вальс, написано шутливая ремарка: «С большим чувством, думая о Петре». Делаем вывод, это играет Наташа, знакомая Петра Ильича, «С большим чувством и думая о Петре», то есть на нем. Потом начинается средняя часть, более такая яркая, громкая. И тут ремарка Петра Ильича Чайковского. Сейчас я вам зачитаю. «Со страстью и ревностью». Через некоторое время «С неистовством». Потом опять возвращается первая часть, «Думая о Петре». Послушаем это сочинение. Не испортил это очаровательное сочинение.